Северском доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Гостей в фойе атмосферно встречали дамы и кавалеры в костюмах 18-го столетия. Собравшихся в концертном зале представителей золотого поколения, тружеников тыла, пенсионеров, ветеранов труда поздравил глава района Андрей Дорошевский. Уважаемые наши старшее поколение, наши взрослые, можно так сказать, более мудрённые жизненным опытом, кого мы учимся жизни, кто нас сопровождает по жизни, кому мы обращаемся за помощью, за советом. Я искренне вас поздравляю с праздником. Этот день, эта дата, возможность сказать слова благодарности нашим старшим, нашим матерям, отцам, бабушкам, дедушкам. Творческий подарок виновникам торжества преподнесли районные вокальные и танцевальные коллективы. Зрители тепло встречали артистов и подпевали любимым песням, получив незабываемые эмоции от программы. Праздник отмечается ежегодно. Представители почтенного возраста в Северском районе отличаются активностью. Поют в ансамблях, занимаются спортом, участвуют в развитии поселков, станиц и хуторов, делясь мудростью и бесценным жизненным опытом.